Кто-то есть в Тарконе. На второй этаж поднялся. Вроде бы. Да, сверху ходят. Это один. Обычно один просто стоит, второй лутается. Дверь открыта. И вот он там засел опять. Как его искать? По дереву ходит внутри. Первым, походу. Видимо, вот в этой комнате стоит. Понял. Двое, что ли? Да, походу двое. Тут стоит у меня контроль.
Там где-то он затарился. Это уже челик с мутантом. Бегает сверху надо мной. Купился. Бля, этот прием с фонариком старый, как моя жизнь, блин. Я купил этого типа все равно. Так, ну надеюсь, там все или еще есть? Погоди, может быть, я взорвал этого? А-а-а. У-ля-ля, сейчас. Так. Вот берем. Так, РПК. Сюда. Сюда. Так, ну я уже вижу решение, как все это нам забрать. М-ку вот это по-любому нужно брать. Брать, я сейчас свой вал выкидываю. Да. Сюда. Ой, так. Сейчас все разберем, чат, не волнуйтесь. Присадка дешевая нынче, морфин дать. Игольник заряжен. Игольник сюда. Цепочка сюда. И все, а вот это просто оставляем. О! Не на этот выход. Это вот такая каточка, короче. С одним валом, можно сказать. Неплохая. Пятерых. Бегает, бегает. Справа по этим времянкам. Че, под нейту? Тихо, сзади бегут, сзади. У танка. Два. Ходи. Ни херово. Не знаю. Не
Я не понял, твои шрики были где? Он орёт, он там. Моя. Я им туда прокидываю вдаль. Живой? Да, вон там же. Право перебежал, за правые гаражи. Вылез слева аккуратно. Хрена. Где он там, я не понимаю? Ну, один за правым гаражом был. За левым. Дал хая. Не рискуй, я сейчас обойду. Я без рук, я не могу ничего сделать. Убил. Это не моя была. Моя это была. Нет, был еще с ППшки с какой-то, где он? По-моему, и убил оттуда за кучу мусора его. Да, мертвый. Всем по седьмой. Эй. Фу, бля. Вот они меня надамажили меня двою. Да мне этот полудурок все руки отстрелил, все, я вообще не способный. Тихо. Не ты ходишь? Нет. Пройдется бот. Да, бот. Быстрее, бот! Убирай. Я ж не вижу его. Все. Я улач одену. Что? Улач одел. Я тоже слышу. Как сейчас лежишь на 180, разворачиваюсь? А я знаю, вот я что-то по нему начал справить. Я все-таки одного я забрал. Если бы я его не забрал, ну это что-то кошмар тогда был бы какой-то. Где он? Вот сидел на большом проломе. Погрузчика минус один. Убил? Да. Эх, гранатку бы, блять. Я перед тобой. Под большой. Я понял. Что он тут грант кидал? За туалетами! Справа в углу за туалетами. Ни херово, груда, красный. А еще кинуть? А, ну нету, здесь, нету, да? нету. Хороший патрон там. Это... Ты отошел? Справа иду к нему, вдоль синего. В углу, в кустах, кустах. Ходит. Блять, как он живет? У меня металл. Или это ты? Я металл задел. На большой стройке. С РПК туда залью еще, погоди. Давай, подходим. Вдвоем просто идем. Нет. Все отлично. Мистер Бонд, блин. Так, помойка никого. Я полез на помойку, хилился теперь.
аптечки надо будет с него забрать. Они с АГС-ки. А, ну вот они и файтились, значит. Да, сейчас. Шланги, не помню, там что-то стоит это все. Нормально. Пятеро у меня. Так, что это за гранаты? О, кто-то оружие скидывает, слышу. Так, это бот. Понял. Волшебная зашла, видели? Так, рыбов вроде не видать. Ага. Видели, типа? У нас там профессиональный снайпер сидит. Это он и прокидывал гранатки, видели? Он сейчас откинул грену в сторону, влево, а сам дальше продолжал меня контролить. Вот он так и заманивал там людей, сидел. Бля, хитрец. Еще один СВДшник. Это друг, походу, вот этого типа, который был на стройке. Вряд ли так два СВДшника рядом. Совпадение не может быть такого. Дайте всем бан на минут 5. Тут нету выбора бана. Тут есть бан на 300 секунд и бан навсегда. Да, вот. 3. Вот как бы по логике Таркова, как обычно все отыгрывают, они вот стреляют и уходят потом за стену. Поэтому я специально просто стрелял и стрелял, потому что я знал, что он сейчас вот ушел за угол. Я знал, что сейчас он обратно выйдет из арены. Вот. Видишь? Все, вот этот челик минус. То есть я пострелял так, как бы, спрей, отпустил спрей и еще раз заспреил его. Ну и второго то же самое там было практически. Только второго я на фонарик купил. Фонариком тоже это, кстати, старая приколюха. Помните, я вам еще показывал давным-давно этот с фонариком? Вот, чекайте. То есть я свечу фонариком, чел знает, что я смотрю в его сторону, да? Бегает сверху надо мной. Вот я пострелял, он ушел. Я выключаю фонарик и сразу начинаю спреить. Потому что я знаю, что чел сразу выйдет, как только фонарик пропадет. Я выключил фонарик и сразу стал спреить. Там никого не было, я уже начал стрелять. Это все префайеры. Ладно, чат. Шел отдыхать. Завтра видосик. Приятного всем вечера. Спокойной ночи. У меня 3 часа ночи уже. Увидимся на днях. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.